Все дети уникальные и прекрасные, но некоторые малыши все же настолько необычны, что приковывают к себе внимание всего мира. Эта история как раз о таких девочках. 6 лет назад мир покорили своей уникальностью близняшки Изабелла и Габриэлла. Клементина Шипли родила здоровых сестричек, каждая из которых была совершенно обычным ребенком. Но, конечно, в этой истории есть одно «но». Изабелла и Габриэлла – особо непримечательные девочки, миленькие, симпатичные сестрички. Но только каждая в отдельности. Как сестры-малышки действительно вызывают удивление? И вот почему. Девочки-близняшки очень не похожи. Причем в таком существенном моменте, как цвет кожи. Да-да, малышки, которые появились на свет с разницей в несколько минут, очень сильно отличаются внешне. Судите сами. У кореглазой Габриэллы более темный цвет кожи. В свою очередь, Изабелла светленькая по сравнению с сестрой и серо-зелеными глазами. Вместе девочки создают удивительный контраст, даже не верится, что они близняшки. Но это действительно так. Конечно, когда малышки появились на свет, они вызвали невиданный ажиотаж в интернете. Снимки совершенно разных малышек облетели весь мир. Когда девочкам было по 7 месяцев, они стали появляться на полосах газет разных стран. Конечно, журналисты не могли пройти мимо такого уникального случая. И фото девочек смотрелись очень необычно и выигрышно, принося изданиям огромную прибыль. Но со временем история малышек забылась, ведь произошло много чего другого. Но некоторые читатели, которые узнали про Изабеллу и Габриэллу, хотели знать, что же с девочками сейчас, как выглядят повзрослевшие сестры. Малышки по-прежнему очень отличаются друг от друга. Понятное дело, что их цвет кожи не изменился, но девочки отличаются не только внешне, но и по своему характеру. Вот что рассказывает мама малышек Клементина. Изабелла – спокойный ребенок, очень расслабленная. Она хихикает, когда вы смотрите на нее, и любит, когда ее щекочут. Габриэлла начала ползать, когда ей было 5 месяцев, и с тех пор она не перестает двигаться. Она улыбающаяся сгусток энергии и любит обниматься. Вот насколько разные девочки растут в семье Шипли. При этом тех, кто знаком с необычной историей малышек, интересует, как так вышло, что близняшки имеют такой цвет кожи. Некоторые уверены, что у девочек просто разные родители. Например, мама афроамериканка, а отец белый, или наоборот. Но все совсем не так. На самом деле родители близняшек чернокожие. Возможно, в дело вмешались гены, кто-то из родственников был белым, вот это и проявилось в одной из малышек. Как бы то ни было, девочки получились очень разными. Малышкам исполнилось 6 лет, они активные и здоровые девочки, их совершенно не смущают их различия. Они чувствуют близость друг с другом, а это самое важное. Мама необычных девочек создала профиль в соцсети, где выкладывает фотографии близняшек. Посты неизменно собирают множество лайков и восторженных отзывов. На данный момент у девочек 1000 подписчиков, которые с удовольствием следят за жизнью их семьи. Они обожают игривую и веселую Габриэллу с темной кожей и светленькую, спокойную и забавную Изабеллу. На этом все, друзья. Делитесь этой историей в соцсетях и пишите комментарии. До скорого!